Сейчас цилиндр сниму. Удобно подобраться до топливного фильтра. Я его сразу тоже заменю. Все, цилиндр можно снимать. Побежал именно здесь. Снимаю стопор. Мне надо еще вторую часть вытащить. Здесь фиксатора никакого нет, ничего ее не держит. Нет, не металл. Попробую воздухом выдавить. А не хочет. Вот я по бокам нажимаю, она стучит, как будто во что-то упирается, что-то ее держит. Где какой фиксатор находится? Нет, здесь литье, здесь фиксатора нету. Остается только под бачком.
Заодно бачок отмою. Вот какой-то штифт есть. Что за штифт и как его вытащить? Сейчас разберемся. А, все. Не надо его не стучать, ничего. На поршень нажал. Перевернул, он выскочил. Вот и все. Сквозной проходит. Новый ремкомплект оригинальный заказал. Здесь он заклеили просто оригинальную наклейку. 585-10-29-А00. Ну да, то самое. Только где-то давно на складе лежал. Также новый стопор. Ну, это промою, продую сейчас с очистителем. И новый штифт. Где? Вот он, новый штифт. Ну, а это все старое в сторону. Этот винт тоже почищу, мою цилиндр, мою бачок, мою вот эти манжеты и собираем. Все промыл и продул, сам цилиндр внутри целый, не битый. Просто манжеты от времени устали, видать еще, что их долгое время последнее не использовали, подзакисло. Даже снять, помыть, почистить, они бы еще ходили, потому что сами по себе они вон не побитые, не съеденные. Ладно, беру новое, заказал уже. Розовая смазка, это тойотовская смазка. Немножко манжет смажу. Просто чтобы мягенько вошло, оно должно быть в упаковке смазано, а что-то пошло не так. Устанавливаю вот этими прорезями напротив отверстий. Вставляю штифт. Все. Эта часть стоит на месте. Также эти манжетки тоже смажу.
и тоже вставляю. Здесь разницы нет как. Беру новый стопор. Ну, все. Сюда тоже маленько смазки добавлю. Ставлю уплотнители. И ставлю бачок. Бачок мыл, где подлезть можно, середину пол бачка отмыл, а пол бачка вот внутри темные, не смог отмыть только уголок вот здесь. Вот. Можно было заквасить с порошком даже, но не буду делать так. Смазываю маленько силиконовой смазкой и ставлю бачок. Так вот. О. Вставляю винт. Вот и все. Можно идти устанавливать. Протру здесь маленько, а даже, наверное, очистителем смою. Беру новый топливный фильтр, откручиваю старый. Попробовал снизу посмотреть. На нижнем штуцере грани подорваны, видать, уже когда-то пытались его поменять и не смогли. В данный момент пока я его не трогаю, не меняю. Потом с ним разберусь. Либо отпущу вниз, либо штуцеры обрежу, переделаю. Ну, пока не знаю. Это будет потом. Смазываю немножко резьбу. Ставлю на место цилиндр. И прикручиваю. Притягиваю. Наживляю и прикручиваю штуцера.
Вот и все. Фиксатор на месте. Но это я не ставлю. Я просто беру это, отрезаю. Также и концевик сниму. Вообще непонятно, зачем концевик было сюда ставить. Концевик всегда ставится на переднюю планку телевизора. Опа, наплели здесь. Так, ну, провод здесь ничего не задевает. Вот этот провод наверняка здесь был прикручен, его оторвали и вместо него прикрутили сирену. Эта проводка здесь должна быть. Здесь есть болтик. Так, ну все, ставлю на место корпус воздушного фильтра.
Все, главный тормозной перебрал. А теперь снимаю передние колеса и перебираю передние тормозные цилиндры и передние стойки. Поднял автомобиль, снял колеса и только сейчас обратил внимание, что с правой стороны провод болтается. Пошел с той стороны, посмотрел, а вон вот это место должно крепиться на пыльник. А здесь нет пыльника. Пошел, заказал пыльник новый. А чтобы пыльник поменять, нужно ступицу снимать. А раз ступицу снимать, нужно подшипник менять. Заказал, следовательно, и подшипник новый. Снимая суппорт. Ключик на 14. А здесь на 13. Болт уже не родной, с гровером стоит. Также откручиваю болт штуцера тормозного шланга. Снимаю шланг. И снимаю суппорт. Колодки не так давно человек устанавливал. Новые саншинги стоят. Что-то здесь какой-то колхоз. Пластинки нету. Надо заказывать. Направляющая движется. Пыльник не одет. Это движется, но это радует. Это все выкидывается. Головкой на 17 откручиваю скобу суппорта. Вообще не затянуто. Это затянуто. Здесь вот тоже скобку вставляли, и это сами изгибали, чтобы колодки не дребезжали, потому что здесь такая же пластинка должна стоять. Посмотрю, закажу тоже.